Турции отложены все матчи чемпионата страны по футболу после нападения на судью. Инцидент произошел накануне вечером в столице в матче между командами Анкара-Гюджу и Ризеспор. Президент Турецкой Федерации футбола назвал это нападение бесчеловечным. Виновные будут привлечены к ответственности. FIFA kokartlı hakemimiz Halimut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu yapılan saldırı Türk futbolu adına maalesef çok şanssız ve utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz. В конце матча, недовольный судейскими решениями, президент команды Анкара-Гюджу Фарук Каджа выбежал на поле и ударил кулаком в лицо арбитра Халила Мелера. Когда тот упал на газон, его стали бить ногами. Каджа и еще двое человек были задержаны. Судья был госпитализирован с небольшим переломом лицевой кости. В больнице его навестил министр внутренних дел. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение.